Ребят, всем привет. Вот сейчас только приехал в Ярославль. Вот сейчас поеду в отель, а потом уже сразу на репетицию. Очень надеюсь, что вам понравится. Watch my back, I gotta watch my back. Dodging demons, coppers, oppas probably hate me, cause I'm black. I don't know. Каждый раз. Но при этом сопротивляться друг другу, чтобы это не выглядело как в поддавки, как пятнашки. У вас все равно должна быть просто перед этим немного возьми. То есть, ну, это возьмет, мы сделаем. Да. Я тебе сделаю, брат. Да. Я не делаю. Другой рукой, да. Не, хорошо. Нет. Да. Просто мне куда здесь? Вот, а, тебе вообще нужно... Я буду. Сюда. Да. Ну, смотря где камера. Не-не, ты можешь в это положение, ты можешь развернуть ноги. Да. Да, вот сюда. Просто гасить, знаешь, вот он. Я ему раз прописал, он закрылся. Время за то, что приходит, пусть любит за то, что будет оно. Вечно мало, да, вечно мало, мало дня мало. Ночи слишком мало, от старта до финала. Но все успел и свое забрал. Он право время отдуматься, но я иду за мечтой, которую себя придумал сам. Я ухожу на верх, ты остаешься внизу. Я чувствую смерть, они меня не спасут. Я в тишине мать. Медленно, сильно медленно. Очень сильно медленно. Бам, да, хорошо. Сразу хочу убрать вот это ваше положение в борьбе. Вот такое. Оно самое устойчивое положение. Да, давай на... Да? Снял? Да? Оттяжка, удар? Душишь его, душишь? Да, хорошо. Вечно молоду. Вот сейчас мы с Рузилем повторяем текст на завтра. В принципе, готовимся морально к завтрашней смене. Для вас, наверное, пройдет миллисекунда, а для нас целая ночь и долгое время подготовок и настроя. У меня не работает карточка от номера. Вот мы с Рузилем, Рузиль в таком виде. Спускаемся сейчас вниз. Ее магнитить. Вот так вот мы. Все сделали. Едем обратно, да? Пару слов. Он вытащил меня, чтобы я сходил с ним, замагнитил его карту. Лё! Все, ребят, уже открывается. Мы на самом деле, знаете, сейчас я в этом отеле, в котором я прожил практически все время, пока мы снимали СП в прошлом году. И такие, конечно, знаете, воспоминания нахлынуют. Короче, не буду вас загружать такими глубокими мыслями. Увидимся уже завтра. А я на боковую. Доброе утро. Все, уже мы готовы. Ну как мы, я. Сейчас жду водителя и выезжаем уже на площадку. Пока что вот смотрите, как в Ярославле красиво. Вот. Yo, life theories, this nice delivery got me rated. Banana berries and smooth medleys overdated. The gelato is white cherries. Yeah, I'm more than faded, drifting off in the 5 series. Cool like rollerblading. Мы с Рузилем в одном вагончике, да? Да. Все, хорошо. Какие у нас вагончики, прекрасные. Готовимся. И на площадку. Time to man up, coming from the sandbox. Now we had to find out where we at. We the illest tandem, ISO Nation fam. Уже открыл радио. И, в принципе, погодка у нас отличная. Так что, работаем.
Now we in the skybox and we floating through the airwaves. But look at life. Used to stay up late watching Nick at Night. Now we booking flights, staying in B&B's. It's 5 at night. People move funny with business. I let them see my wife. Cause she don't take from nobody. She swear she always right. Yeah, we living life. But them the lights. I don't do but lay the pipe when it's late at night. Bragging about how they took a life, but that's never nice. Till that karma catch back to them and then they pay the price. We was always nice, never scared to join a safe. Studied OGs like Tip Jerome, B. Ali and Fife. Everything been cinematic like we signed a Johnny Shice. Gotta earn your stripes, ISO been the prototype. Yeah, it's on the man, I'm coming from the sandbox. Man, we had to find out where we had to find out. We the illest tandem, ISO Nation fandom. Side by side like Hovind, yeah. Yeah, them guys stand up, breaking through your soul. Готов? Здесь костюмчики уже с гримом. Ну тут у нас большой грим сегодня. Сейчас читаю выборку. Привет, дорогие друзья! Сейчас мы направляемся на площадку, где мы сыграем одну из важнейших сцен этого сериала. Мы очень волнуемся, долго репетировали сейчас. Я вот пью специальный напиток, чтобы разбудить в себе чувства. Дальше следите на канале Леона Кемстача. Кемстача. Всем хорошего дня и приятного аппетита. Как, наверное, любой актер, я обожаю менять образы. Могу покорять горные вершины и отлично смотреться на сноуборде. Надеюсь, что съехать с горы так же легко, как с вопросов второго сезона. Могу быть на спорте и сыграть пацана с района. Но это вы уже видели. А могу быть серьезным мужчиной на тяжелом стиле. А вот что я не люблю, так это тратить много времени на покупки. Ну, сами знаете эти пацанские особенности. Поэтому рекомендую вам онлайн-шоппинг на Мегамаркете. Ведь там бесплатная доставка, огромный ассортимент и возможность заказывать зарубежные бренды. Как вы уже поняли, это быстро, удобно, а главное выгодно. Ведь прямо сейчас действует повышенный кэшбэк до 50% на категорию фэшн для всех пользователей. Ну и как же мы с Мегамаркетом могли оставить вас без подарка? По промокоду в тренде вы получаете скидку аж в 1000 рублей при первой покупке от 4000 рублей. А еще можно оплачивать до 99% стоимости покупок бонусами от Сберспасибо. Все подробности по ссылке в описании. Кликайте и кайфуйте. А мы возвращаемся во влог. И майский дождь в небесах. Вылазь отсюда. Не выкладывайте. Да. Я вообще я знаю правила, не переживайте. На заре голоса зовут меня. Вот Марат, он же твой друг, хороший парень. Вот думаю, для начала тебе в комсомол вступить надо. Небеса зовут меня. Давайте один лопарь и пен. Рядом. Еще раз подойди. А че морда такая злая? Предъявить мне что-то хочешь? Просто ты не пацан больше. Друже, вот не торопись их. Кинул палку, отошел, чуть постоял. Отошел, постоял. Нет, вдруг вся репетирует. Свободен. Свободен.
Вот на что мы идем. Ради того, чтобы вы вечером могли прийти в тепло после рабочего дня или учебного. Включите Винк или Старт. Насладиться нашим прекрасным сериалом «Слово по слову». Начал слушать сюда. Дядя Ильдар. Ты мою жену девушку трогал? Думаешь, это смешно? Твой брат авторитет. И ты понимаешь, что с этим мы будем разбираться? Понимаешь? Так вот, это все будет решаться. И безоказанно ты не останешься. А знаешь, что можно сделать, чтобы остаться безоказанным? Что? Зайти на Винк или Старт и посмотреть наш сериал «Слово пацана». Где вы еще увидите такой промо, только как не у Леона Кемслича. В данный момент я решил примерить на себя новый имидж, как он консервирует. Конечно, тоже. Красавец! Я смотрю, у нас с вами, конечно... Красавец! Спасибо. Как-то так проходит наш день, друзья, пару комментариев. Давайте-ка сядем, проведем интервью. Давай. Как вам сцена, которую мы сейчас снимали? Сцена очень сложная, на улице очень холодно, снег, погодные условия, знаете, очень жесткие такие, суровые. И дело в том, что мы снимали абсолютно без какой-либо помощи, без каскадеров, все сами, все делали в полную силу. И мы настолько выложились, конкретно я настолько выложился, что мне стало очень плохо, я просто не смог выдержать, пошел в туалет и меня, простите, стошнило. Вот настолько актеры сериала «Слово пацана» вживаются в роль и выкладываются на площадке. А Леона вообще по***ло. Короче, закончили этот съемочный день. И что было приятно увидеть с командой спустя такое длительное время. Очень все классно прошло. Все так по-домашнему. Ну, как обычно, все, впрочем. Много ребят подходило фоткаться, я прям удивился даже на съемках. И, конечно же, я никому не отказывал, потому что я никогда не отказываю. Вот. Никогда не будете подходить, по крайней мере, ко мне. Не знаю, ко мне, к Рузелю, да, точно. Можете спокойно просить фоткаться, это мы никогда вам не откажем, только если очень какие-то исключения, знаете. Ну, бывают, когда там очень плохое настроение, что-то срочно объехать, но я всегда открыт к вам. И всех вас очень люблю. Возвращаясь к смене, она, конечно, была очень насыщенная. Очень все было классно. Поностальгировали по тем временам и отсняли сегодня очень тяжелую сцену. Это была сцена с дракой. Я думаю, что это не конец влога. Поэтому не буду с вами прощаться, а просто сделаю свой фирменный переход. Здрасте. Да. Находимся на площадке. Какая у нас атмосфера красивая. Снег. Мы да. Живем в костюмном месте, ночью 20-й день. На гриме с моими любимыми гримерами. Вы не против пасть в лог? Да. Это самое, если вы, это меня смотрят режиссер, Дарья, вы не против? Если вы смотрите на какие-то режиссеры, это лучшая команда гримеров. Я вам говорю сразу, честно. Говори, как нас зовут хотя бы, да. Никто не знает. Кристина, Валя, Дарья. Лучшая команда. 8-9. Ребята, такая у нас обстановочка, здесь такая красота. Снимаем для вас последнюю серию. Это мой финальный день. Скоро уже для вас выйдет 7-я серия. А мы вот занимаемся съемочками. Все для вас. Работаем, заряжаемся новогодним настроением и работать. Учу текст. А когда они учили текст? В
Ну так, текст, я думаю, выучен. Шучу, я на самом деле со всей ответственностью подхожу к своей работе. Очень ее люблю, потому что надо всегда, чтобы текст был выучен. Настроение было хорошее, мотивация была поднята. Мотивация надо поднять! Короче, лайфхак. Так, не замерзнуть, чтобы у вас не замерзли ваши ноги во время съемок. Зимой. Если вот такие у нас телечки. Что мы делаем? Мы находим вот такой текутик. Чикс. Ставим. Кладем, пока не нагреется. Потом кладем сюда. И чувствуем себя теперь как дома. Поэтому пользуйтесь. Правильно. Принесли нам обед. У нас супчик чечевичный. Это крабовый салатик. Котлетки с рыбой. Выглядит это все вот так. Сейчас едим, отдыхаем и идем сниматься. Совмещаем полезное с приятным. Секретная информация. Текст. Видите? Анастасия сидит. Работаем. А вы чего сидите? Пригласил бы. Вы слышите, как жалко, как жалко, как жалко. Вы слышите, как жалко и безнадежно. Заплакали сеньоры, их жены и служанки, собаки на лежанках и дети на руках. И стало нам так ясно, так ясно, что на дворе ненастно, как на сердце у нас. Подошла наша смена к концу. Оставшихся. Сейчас уже будем ехать. Вот самый дорогой, давай. Да, давай. Можно скучать? Да, я просто хочу его воскресить. Вот и подходит к концу мой влог. Уже я сейчас еду в Москву. Надеюсь, что вам очень понравилось. Обещаю вам, что когда-то еще точно будут влоги со съемок и просто из моей жизни. Спасибо, что подписывайтесь, следите, смотрите. Всех люблю. А может ночь не торопить и все сначала повторить. Нам все сначала повторить, о, как не быть. А может снова все начать. Не забывай наш первый.